Доброе утро всем. Мы тут идем. Ну что-то у меня объектив не открывается до конца. Камеру надо уже менять. Я ее хотела на свой день рождения поменять. Ну, чтобы там мне подарки подарили и все такое. У меня день рождения в мае. Ну, так как я в этом году не отмечала, не собирала, ничего. Я вообще не люблю свое день рождения. Вообще не люблю все, что касается меня, и чтобы ко мне много внимания было. Нет, я люблю, чтобы быть в центре внимания, но чтобы это внимание было рассеяно между всеми. Ну, не только вот, когда только меня там сидят и поздравляют, там что-то желают. Это я так не люблю. Чарли Белль! С машины, как будто я не знаю, что. Пойдем, вперед. Смотрите. Vamos. Ven aquí. Tira para allá. Машины как на этой. На трассе. Тут улицы у всех вот такие. Машины хрен проедут. Ездят же. Вот. И в этом году я не отмечала день рождения, не было желания. Ну, естественно, на камеру не набрала. Ну, ничего. На следующем году наберем. Что тут до мая осталось-то? Фигня. Красота. В общем, иду работать. С утра так, знаете, прохладненько уже. Не, можно сказать, не лето, а прям утром. Вообще, до часов 7, вообще прям даже холодно. Угу. Скоро осень наступит. Та-там! У меня опять перестановка. Вот это поставила оттуда сюда. Мне кажется, так будет удобнее, уютнее. Видно все Танькины куклы. Они просто суперские. Классные. Ну, у меня такой контингент, скажем так, клиентов, что им не до кукол. Но все равно, мне кажется, так будет уютнее. И стена у меня рушится. Стена. Очень большая влажность. Здесь просто невыносимая влажность. Здесь крас не крас, стены все просто отваливаются. Потому что вода сочится буквально по стенам. У меня вот эта стена всегда сырая. Всегда. Вот так ее потрогаешь, и она сырая. Ну, вам не видно, но я об этом знаю. Я когда мы ремонт сделали здесь, и через месяц у меня начали стены обваливаться, я просто офигела. Но никуда не денешься. Это проблема всей этой горы. По горам просто вода сочится. Так что вот так решила перестановку сделать и закрыть эту страшную стену. Мне кажется, так будет красивее и уютнее. А там пускай так будет. Там окно, но я его не открываю, потому что нафиг надо. У меня не такая, как говорится, зона, что вот ходят люди, да, ходят, и бац, пошли в парикмахерскую. Нет, это не для меня. У меня зона такая, что здесь все друг друга знают, все знают, что я здесь, и постоянные клиенты. В общем, только мои клиенты – это те, которые здесь люди живут. Они такие вот, знаете, вот как я, допустим, в городе шла, думаю, пойду в парикмахерскую схожу. Здесь такого нет, здесь никто просто так сюда не лазит. Либо туристы, которые, естественно, не приехали подстригаться. Хотя есть и такие, которые заходят подстричься. Вот, потому что им кажется, что здесь очень дешево у нас стричься. Вот, но очень мало, летом особенно. Но меня все равно видно, у меня есть вывеска. В общем, перестановка у меня. Ну, как-то так. Мне кажется, так намного даже уютнее, что ли. Ой, блин. Да? Я работаю всегда вот здесь. Поэтому вот это место мне, оно совершенно не нужно. Туда только приходят, садятся клиенты, когда у меня много народа. Да, у меня бывает много народа, обычно по пятницам и субботам. Поэтому я всегда говорю, что в пятницу и субботу я человек рабочий. А будни, ну будни они в Африке будни. Тут моя рыба спит. Спит моя рыба. Не спит, а за мной наблюдает. Да, вот это его сити, его место. Сюда даже никто не садится, потому что знает, что это его место. Я уже дома, сейчас буду крылышки выкладывать на противень. Так, застелила бумагу. Не знаю, наверное, они тут все не поместятся, нифига. Наверное, надо большой взять.
вот этот в упаковке. Что-то тогда уже думала, что у меня мало курицы, а тут много оказалось. Ну да ладно. Сюда поместится. Так. И вот так вот вам. Руки, кстати, помыла, не переживайте. Я даже если не помыла, все равно это вам в рот не полезет. Это только мне. И вот так выкладываем. Ой, блин, заляпала. Это грудка. Я так ее жестоко. Это грудка. Грудка мужина. Для мужа грудка. Так вот. Ой, пахнет обалденно. Не знаю, на соль как. Холодный, зараза. Аж ломит руки. Я вообще не люблю, чтобы холодное было. Вот так вот положим. И в духовку до готовности, наверное, минут 40 точно. Блин, какая холодная вода. Руки ломят. У меня руки нет. У меня как аллергия на холод. Сейчас чесаться начнется. Когда холодно, чесаться потом начинается. Аллергия, наверное, да? Вот, и пока будет курица готовиться, я пополису. А, нет, мне же еще нужно цветную пасту. Цветную капусту с картошечкой поставить вариться. В общем, готовлю. А потом пойду пылесосить. Такая пюрешечка получилась. Муж не любит пюрешечку, он маслом поливает и солью, и вот так он ест. А это у меня, знаете, что в интернете вычитал давным-давно уже, что нужно кожуру от бананов замочить в воде и этой водой потом поливать цветы, что это очень обалденное удобрение для цветов. Пишите в комментариях, делаете вы так или нет. Не знаю, помогает, не помогает. Замочила, что. И вот мои крылышки. Ты мне крылышки приставил, сам же их и я полил, полюбить тебя заставил, что-то молодость сгубил. Всем приятного аппетита! Выглядит просто, слюни можно проглотить. Кэ? И кому ты ла камбио? Vale, pero ¿dónde está? Jo. ¿Para qué?
Андрей, ну а я регла. Pero cuando? El sábado. ¿Y Charlie? Pero como no va a tardar a arreglarlo, ¿no? Vale, ya está, luego hablamos. Venga, adiós. В общем, поедет мой муж кушать у сестры. Что-то он там позвонили, что-то там делает. О, а завтра он говорит, домой не придет. В общем, курицу буду есть сама. Вот. Ну, короче, все, я на этой неделе готовить не буду. Да, моя рыба? Мы с тобой будем сами лепать. Правда, курицу ему нельзя. Ну, я ему чуть-чуть грудки дам. Решила поменять свой режим. Идем гулять. В 5. Потом прихожу домой. Ну, где-то час гуляю с Чарли. Вот. Потому что вечером уже темно. В 9 часов темно и холодно. И, в общем, неуютно, нехорошо, кстати, тут так. Свои кеды, не кеды. Меняю. Вот, а сейчас гулять хорошо, да и Чарли что-то, знаете, начал уже докапываться до меня, чтобы с ним поиграть. И думаю, сейчас я с ним погуляю. Сумку уже в спортзал собрала. Быстренько потом приду домой и пойду в спортзал. Зато потом у меня вечером все время свободное. Классно же. Не такие. Маленькая собачка всегда щенок. Моего Чарли сейчас не только девочкой обозвали, что в принципе часто бывает, но еще и щеночком. Ай, ки бонита, кочурита. Чарли, мало того, что у тебя пипичку убрали, так тебе еще щенком назвали. Ой, не могу. Так вот. Эх, хотелось бы мне понянчить его. Он маленький такой, холузенький был. Такой лохматый был. Вообще такой, вообще классненький был. Но сейчас он уже мое такой. Прям уже взрослый совсем. Да, Митику? Где тут черепахи? А вон маленькие такие. С полладошки, наверное. Черепашки. Плавают на солнышке, греются. Морская черепашка по имени Наташка. Помните такую песню? Такая вся сикая, такая, блин, крутая. Ну, это я уже сама придумала. Ой, вот вам не видно, но там прям подводный мир такой. Такие караси там плавают. И черепаха. Я на солнышке лежу.
Я на солнышко гляжу, все лежу. Так, все, она нам показалась и поплыла. Скажет, сейчас я Оксанке покажусь, а то вдруг ее подписчики ей не поверят, что мы здесь обитаем. Так что все записано, все доказуемо. Ты беги, беги, беги на край земли. Ты беги, 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 слышишь? Хотя таким темпом, думаю, что он недалеко убежит. На ужин у меня будет такой коктейль. Немного дыни, ананас и кокосовое молоко. Пиня колада. Я уже пришла из спортзала, позанималась, полежала, намазалась кремами. В общем, все дела сделала. Осталось только отдыхать. И усё. Добавлю немного стевии, потому что молоко кокосовое без сахара. Оно вообще никакое. Никакое. И все. И будем ужинать. Пробуем коктейльчик. Боже, как это вкусно! Всем приятного аппетита! Дыни прям так пахнет, вот такой. И буду с вами прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. Всего самого наилучшего и всем пока-пока до завтра!